Сегодня выехал на рыбалку, половить на поплавок. Ловить буду на удочку. Вот, вот таком вот месте. Видите, здесь интересное местечко. Вот, сегодня погода стоит немножко пасмурно. Вот, пока ехал, шел небольшой дождик. Вот, плюс 7 градусов. Вот так и днем будет. Немножко поднимается атмосферное давление. Вот, так погода стабильна. Вот такая вот. Ветер северо-западный. Вот, умеренный. Сегодня расскажу вам много интересного. Вот, расскажу небольшой секретик, как работает по холодной воде, особенно этот секрет. Вот, также расскажу подробно про удочку, про прикормку, которую буду использовать. Вот. И в процессе рыбалки увидите все самое интересное. Итак, сейчас собираю снасть и приступаю к ловле. Итак, сейчас подробно рассказываю про свою удочку. Вот, многие просили, почему не рассказываешь про свою снасть. Вот, а теперь буду подробно рассказывать про свою снасть. Итак, удочка длиной у меня 6 метров. Вот, тестом от 10 до 30 грамм. Вот, имеет 8 колец пропускных. Вот, имеет вот такое крепление для катушки. Стоит вот такая маленькая катушечка. Леска 0,2. Вот, стоит у меня вот такой вот перьевой поплавочек с загрузкой где-то 1,5 грамма. Вот, поводочек 0,15. Стоит 2 грузика. В процессе рыбалки я их выставлю правильно. Вот, также хочу обратить особое внимание на крючок, который я вот поставил сегодня. Крючочек очень интересный. Вот, сейчас покажу вам упаковочку, кому интересно. Это самоподсекающий крючок. Вот, тонкий, очень острый. Вот, и вот в таких условиях поздней осенью надо ставить вот такие вот крючки, так как рыба малоактивна. Вот, поклевки очень осторожные. Сейчас вам покажу упаковочку. Вот такие крючочки. Это не реклама, просто показываю, кому интересно. Вот, это корейские крючки. Заглотыш. Видите, стандартная мотель. Опарыш тесто. 7 номер. Вот такие интересные крючочки. Уже проверенные. Вот, я уже ловил и карасей крупных на них. И плотву. Разную рыбу. Очень хорошо держат, острые. Так, сейчас немножко о прикормке, которую буду использовать. Прикормка сегодня у меня самодельная. Вот, сварил просто пшена. Вот, и добавил вот такой вот магазинной прикормки. Вот, видите, на карась, на карася с ароматом чеснока. Чеснок написано. Вот, тут разные есть еще аттрактанты, стимуляторы аппетиту рыбы, мистят натуральные специи, орехи. Вот такая вот прикормка самодельная. Буду немножко, понемножку подбрасывать вместо ловли. Так, ловить буду сегодня на опарыша. Вот, наживлять буду по 2. И сейчас я покажу, как он будет на крючке. Вот так вот. Вот таким вот способом. Почему я говорил про крючок, чтобы он был тонкий, вот, и острый. Вот именно под такую вот насадку. Наживку. Оп. Есть. Ух ты.
Вот это что это? Тут во хорошенькая плотвичка. Вот так вот. Рыбалочка сегодня интересная. Опа. На упорыша. В конце расскажу, в чем секрет. Кому интересно, смотрите, узнаете. Наживку меняем. Так, сейчас переброса в другое место. Тут рядышком вот. Вот здесь этот канал, а здесь это место. Хочу попробовать с глубины половить. Как-то перестал клевать на течении практически полностью. Вон, погода испортилась. Попробуем с глубины половить. Вон, сейчас прикормлю место. Здесь чуть больше 2 метров. Вот место хорошее. Уже ловил здесь тоже. Вот, и будем продолжать рыбалку. Так, сейчас наживляем живых опарышей. Вот так вот. И пробуем здесь ловить. Оп! Ух ты! Есть что-то хорошее. О! Плотвичка проклюнула. Вот это плотвичка. Опа! С глубины. Вот. Сделала небольшую проводочку. Вот. И на проводочке взяла. Насажено тут 2 опарыша. Сейчас надо обновлять. Насадка надо, чтобы была. Живая. Вот так вот наживляем. Рыбка стоит в придонных слоях уже. Похолоданием уже давно она там. Оп! Есть! Ух ты! Что-то такое хорошее. Что там такое? А, лотва. Лотвичка хорошая. Опять погода портится. Заходят черные тучи. Наверное, будет дождь опять. Вот такая рыбка сегодня. На плоту. На этом. На опарыша. Красавица. Оп. Сейчас уже ставлю по 3. По 3 опарыша. Так лучше оно крупнее рыба берет. Наживляем сейчас опарыша. Так, по 3 будем ставить. Раз. Так вот, где красавцы.
ветер поднялся и волна поднялась, портилась погода полностью. Оп, есть! Ух ты! О! Вот это рыба! Вот это плотва! Вот как хорошо реагирует она на... Вот я вам расскажу секрет этот. Секрет тут очень интересный. Видите, какая красавица. Крупнячок. Крупнячок. Что, рыбалка уже удалась. Можно сказать. Еще немножко половлю и буду домой собираться. Погода портится. Может еще и дождь пойти. А рыба все равно ловится. Потихоньку проклевывает себе. Так, наживляем нашу наживку. Прикормка, прикормка, наверное, тоже дает свое, потому что я прикормил место там хорошо. Вот, вот так вот. Глубина где-то до 2 метров. Есть. О, ух ты, вот это плотвица, так плотвица. Ого, 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 это красавица. Ах, красавица. На рыбалке что самое главное? Правильно, это не улов, а сам процесс ловли. Такая жирная плотва попадает. Вот. Секретик расскажу. Кому интересно, смотрите. Поменяем насадочку, наживочку. Вот такая красота здесь. Видите, яхты плавают, рыбаки плавают. Вот такие пейзажи. Закончилась сегодняшняя рыбалка, несмотря на плохую погоду. Улов сегодня неплохой, было много интересного. Вот, сейчас вам расскажу небольшой секретик, который я часто применяю. Вот, даже по холодной воде он хорошо работает. Когда вы забрасываете свою наживку, нужно делать постоянно небольшую проводочку, то есть насадка ваша должна быть постоянно в движении. И когда ловите вот на опарыш, вот наживка, опарыш, червяк, он должен быть живой на крючке, не висеть просто так. Вот. Если он уже вот пропал на крючке, надо обновлять. Это тоже очень хорошо приманивает рыбу и активирует клев, особенно когда осенью холодная вода. Вот. Благодаря вот такой тактике, вот, небольшой хитрости, вот, ловила сегодня плотва довольно даже неплохая. Еще такой момент, вот осенью, когда ловите вот по холодной воде, нужно ставить тонкий вот крючок под насадку, вот, который я показывал.
Вот такой вот, если плотву ловите. Но если крупную рыбу, надо больше крючок, конечно, ставить. Это тоже, почему тонкий крючок, чтобы наживка как можно дольше сохранялась живой на крючке. Вот, вот такие вот хитрости рыбалки. Сейчас уже буду собираться домой. Кому понравилась моя рыбалка, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Будет много еще интересного. До новых встреч. Всем пока.